дорогой перфоратор для самостоятельного ремонта. В этом видео распакуем деко DKH850W. В коробке мы нашли кейс, в нем лежит перфоратор, упор глубины, запасные щетки, набор буров и документация. Перед нами небольшой перфоратор. Патрон SDS Plus обеспечивает быструю и легкую замену оснастки. Тянем на себя, меняем сверло и отпускаем. Под ним замечаем рукоять. Она поворотная и останется на месте, если вы будете крутить перфоратор вокруг своей оси. Все остальные элементы управления вынесены на левый борт. Ближе к пользователю кнопка и паз упора глубины. Он быстро зажимной, с надежной фиксацией. Чуть дальше располагается регулятор режимов работы. Сверление, ударное сверление и долбление. Смотрим на основную рукоятку. Видим кнопку пуска, на левом борту фиксатор. Над ручкой переключатель реверса. Максимальная заявленная частота удара перфоратора – 4800 ударов в минуту. Диаметр сверления бетона составляет 26 мм, дерево 30 мм, а стали 13 мм. Производитель заявляет о максимальной энергии удара в 3 джоуля. Питается перфоратор от обычной розетки. Длина кабеля 1,9 метра. Подведем итоги. Перед нами бюджетная модель, которая подойдет для ремонта в квартире или на даче. Но если вы профессиональный строитель, то вам лучше поискать более производительный инструмент.